Второй день бастуют греческие таксисты. Они протестуют против решения правительства отменить ограничения на выдачу профессиональных лицензий. В Афинах бастующие собрались у бюро своего центрального профсоюза и, перегородив машинами улицы, прошли колонной к парламенту Греции для вручения очередной петиции. Существование закрытой гильдии позволяло владельцам такси перепродавать свои лицензии по цене выше 100 тысяч евро, а также сдавать свои машины в субаренду. Теперь же все желающие могут стать водителями такси. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в уполномоченные органы и уплатить небольшой взнос. Таксисты опасаются падения доходов из-за большого числа конкурентов. Один из отчаявшихся владельцев такси в знак протеста сжег свой автомобиль.